Правая. Пойдем в кино на выходных. Левая в театр пойдем. Выбирай. Зачем гадать, Оля? Зачем гадать? Мы можем успеть везде, ведь у нас есть афиша. А значит, точное расписание всех выставок, представлений, концертов. Все и в деталях расскажет Ирина Кистерева. Театр поучает так, как этого не сделать толстой книги. Так говорил французский философ Франсуа Вольтер. На полезный урок искусства приглашают жителей Заводоуковска. В трагикомедии приняли участие местные жители. Роль актеров примерили на себя пенсионеры, поэтому действие спектакля разворачивается в доме престарелых. У каждой из четырех героинь своя непростая судьба, но все они мечтают и хотят заполучить свой кусочек женского счастья. Надо каждый раз выходить на сцену и доказывать, что твой успех был не случайным. Это слова российского пианиста Дениса Мацуева. Фортепианную музыку в его исполнении можно будет услышать в эти выходные. В городе стартует музыкальный фестиваль. Слушателей порадует Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова. Также в программе оперный концерт «От бельканто до русской оперы» и джазовая музыка в исполнении Айдара Гайнулина, Дмитрия Севастьянова и Дениса Мацуева. Известный пианист выступал в Тюмени уже более 12 раз. А в Тобольске молодежь ждет другое музыкальное событие. Там пройдет фестиваль хип-хопа. На батл-соревнования рэперы должны подготовить авторский текст. Похвастаться быстрым речитативом смогут участники разных возрастов. В рамках фестиваля также пройдут и танцевальные мастер-классы по направлениям брейк-данс и хип-хоп. Их проведут приглашенные гости Бибой Робин из Санкт-Петербурга, а также танцор Лито Шугар из Москвы. Кстати, в Ишиме в этот уикенд тоже будут танцевать. Там пройдут уроки пластики и танца. Правда, доступны они будут только женщинам. За несколько часов организаторы обещают раскрыть секретную магию женственности. Для танцевального мастер-класса понадобится длинная юбка или удобная спортивная форма. Участниц заранее предупреждают, пластичные движения лучше выполнять босиком или в носках. А вот где зрителей ждет настоящая магия, так это в цирке в Елутеров. С гастролями из Санкт-Петербурга приехало красочное шоу «Кабалт». Развлекать елутеровчан будут экзотические попугаи, дрессированные пудели и танцующий медведь. А веселые клоуны предложат зрителям выйти на сцену и принять участие в программе. Посетить мероприятие приглашают и взрослых, и детей. На этом у меня все. И помните, интересные события сделают вашу жизнь еще ярче. Ирина Кистерева, Роман Чинахов, Сибинформбюро.